Грета и Ванесса sono state liberate. Две девушки, гражданки Италии, освобождены в Сирии. Об этом сообщила министр реформ Италии Мария Елена Боски. Грета Ромелли и Ванесса Мардзула попали в руки экстремистов, принадлежащих к отделению Аль-Каиды в Сирии 31 июля прошлого года. Они работали волонтерами в благотворительной организации. 1 января появилось видео, на котором девушки обращаются к итальянскому правительству с просьбой помочь в их освобождении. По данным итальянской прессы, за свободу девушек Рим заплатил 12 миллионов евро. Естественно, эту информацию не подтверждают официальные источники. Вместе с этим СМИ напоминают, что девушки занимали антизападные позиции. В своих интернет-блогах они публиковали антиамериканские лозунги.